Уже говорил о том, что в этом сезоне новый тренер у основной сборной в групповых упражнениях — Татьяна Сергаева. Уже говорил о том, что состав обновился. И уже констатировал в тот момент, когда мы показывали их выступление с мячами, что в каком-то смысле и концепция поменялась. Концепция поменялась вот каким образом, как мне кажется. Стало чуть больше лихости. Если при Иваницкой выступление сборной, да и сама команда, напоминала, скажем так, исключительно вымуштрованную регулярную армию, то в том, как выступают гимнастки сборной России,